очередь из нескольких десятков человек уже стала привычной для жителей ЖК «Солнечная система» и две столицы. 7:45 утра. Время, когда большинство людей отправляется на работу. Но попасть в транспорт невозможно, по крайней мере, с первой попытки. Явно уже, конечно, мы сюда не войдем, да и не будем уже влазить. Количество мест там и так уже превышено в несколько раз. Придешь, значит, следующую. Маршрут 1274К идет до станции метро Ховрино. Для жителей микрорайона это одна из немногих возможностей попасть в Москву без пересадок. Ходит автобус примерно раз в 10-15 минут. Но желающих явно больше, чем его вместимость. За 15 выходить можно сесть, а так все время стоя едем. И набитая маршрутка все время. Иногда не приезжают. Ну, по расписанию приходится пропускать, можно на работу опоздать. Просто очень хочется, чтобы решили этот вопрос. Мы могли успевать добираться и в школу, и на работу, и возвращаться спокойно. Для решения этих и других вопросов годом ранее активисты двух ЖК создали объединенный совет. Немало вопросов уже удалось решить. Само появление удобных маршрутов из Солнечной системы – результат в том числе и их усилий. Обычно мы собираем все заявки жителей, какие проблемы существуют. Передаем их в администрацию, чтобы быстрее решались эти вопросы. Летом собирали множество подписей, чтобы у нас данные маршруты появились. Со стороны администрации есть определенные шаги. Мы очень плотно взаимодействуем с отделом транспорта. Этот вопрос уже должно решать правительство Московской области уже на уровне Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Обращение активистов в Химкинскую администрацию было передано в Министерство транспорта Московской области. Минтранс, в свою очередь, пошел навстречу и увеличил класс двух автобусов. Если раньше по маршруту курсировало 6 микроавтобусов, то теперь химчан возят 2 автобуса среднего класса и 4 малого. Таким образом, вместимость транспорта увеличилась. Это заметили и жители. Сейчас пустили 2 больших автобуса, все равно получше стало. Ну, интервал, в принципе, удобный, просто они могли бы быть больше, либо, ну, естественно, либо интервал поменьше. Так-то они удобный маршрут, полчаса примерно идет. Сейчас с открытием развязки, наверное, еще быстрее будет. С 27 января схема маршрута 1274К будет изменена. Автобусы поедут по Репинской эстакаде. Благодаря этому путь до метро Ховрино сократится с 35 минут до 25 минут. Таким образом, интервал движения будет меньше, и провозные возможности маршрута также повысятся. Вместе с тем, администрация городского округа Химки с перевозчиком ведется работа по подключению всех автобусов к Яндекс.Картам, для того, чтобы жителям было удобно видеть автобусы на карте и таким образом планировать свое время выхода на остановочный пункт. Соответствующие поручения перевозчику уже дали на заседание комиссии по оптимизации транспорта в Химках. Все автобусы появятся в приложении Яндекс.Карты к 1 февраля. Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Специально для Химки ТВ.